go. Just take me now. She said, I wanna feel no pain. Всем привет, друзья! Сегодня мы покажем вам 7 трюков по установке тотемов. Многие о них знают, но далеко не все понимают, как именно их поставить на практике. В этом видео мы покажем вам, куда именно нужно жать, чтобы установить такие тотемы. Не переживайте, если сразу это не получится. Установка таких тотемов требует много тренировок, но мы уверены, что вы справитесь с этим. Начнем? Итак, первые наши тотемы будут в первую очередь полезны игрокам нижней линии. В целом, даже не имеет значения, на какой именно стороне вы играете. На синей стороне он будет в основном полезен, когда вы продавили линию. При игре с красной стороны он полезен почти всегда, ведь вражеский лесник часто заходит с реки. Чтобы установить этот тотем, вам необходимо подойти к стене и при установке кликнуть немного левее вот этого камня. И как видим, вуаля, тотем установлен. Следующий тотем невероятно полезен, когда против вас играют такие лесники, как Зак или Рексай, так как они могут преодолеть эту огромную стену. Для того, чтобы обезопасить себя, нам необходим тотем в трибуше. Обычно игроки обходят всю стену, чтобы поставить его, и в это время рискуют своей жизнью. Вам нужно всего-навсего подойти вплотную к этим деревьям и при установке нажать вот на этот камушек. И вот вы безопасно установили тотем. Отметим, что вы не увидите эти камушки на низких настройках графики. Имейте это в виду. Далее рассмотрим тотемы, которые ставятся на логово дракона и на Шора. Для установки первого нам необходимо нажать вот на эту милую улитку посреди камня. Для второго подходим вплотную к стене, нажав между колоннами, а затем устанавливаем тотем, нажимая на самый край кустов. Третий и четвертый устанавливаются аналогично из логова на Шора. При установке третьего нам нужно ставить его не на край куста, как было из логова дракона, а немного ближе к отображаемому радиусу установки. Четвертый тотем ставится нажатием между камнем и деревом. Последний тотем устанавливается довольно сложно, но он будет очень полезен игрокам верхней линии. Если вы боитесь выйти из-под башни, опасаетесь засады в кусте или на реке, вы можете безопасно установить туда тотем, не уходя в неизвестность. Для этого вам нужно зайти в эту расщелину в стене. Далее необходимо нажать немного выше именно вот этой ветки. И чемпион сам сдвинется в нужном направлении и установит тотем в куст. Напомним, что далеко не у всех получится установить эти тотемы с первого раза. Зайдите в тренировочный режим, попрактикуйтесь и используйте полученные навыки в ущелье призывателей в реальной игре. На этом у нас все. Какие секреты по установке тотемов знаете вы? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а если вы любите гайды, то обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где каждую среду мы представляем GP и гайд, рубрику, так полюбившуюся нашим зрителям. Увидимся в следующем видео. Данный ролик был подготовлен и озвучен командой VT Production специально для канала Sharks.